Доброго времени суток. Благодарю вас всех, кто меня поддерживает. А то тут в комментариях смотрю, у нас тут ходят 25-летним стажем, которые уличают всех в том, что мы не умеем раскладывать таро. Девчонки, не связывайтесь с такими людьми. Но человек, который раскладывает таро 25 лет, во-первых, не будет шариться по другим тарологам. Это однозначно, это тоже, знаете, как престиж, так сказать. Во-вторых, девочки, давным-давно пора перестать жить с позиции доказательств. Знаете, я ничего никому не доказываю. Я делаю, это видят. Приходят клиенты, они видят, умею я, не умею я, дано мне, не дано мне. А вот на это я уже давным-давно, я это все в корзину с мусором, в блок. Поэтому даже не общайтесь с такими. Давайте посмотрим, знаете, такой расклад извечный, да, а любит ли. Вот каждый раз, да, можно смотреть все время, сегодня любит ли человек вас. Давайте посмотрим, любит ли он на сегодняшний день. Загадывайте своего человека и посмотрим, кто этот человек для начала. Так, дьявол к нам пришел, девчонки, и рыцарь кубков. Ну, тут понятно, с которым все повешено. Девчонки, дьявол. Пришел человек, да, со своими страстями, со своими, так сказать, со своей стихией огня. Человек, который загорается, человек, который порочный, можно сказать, да. Тем более еще и любвеобильный. Все время со своим стаканчиком бегает, все время со своей кружечкой, да, с которым все подвешено. Человек легкомысленный, очень любит связи по легкости, по интиму, безответственность, так сказать, скачет из дома в дом. Вот как скажу. Ну и любит женщин, любит, как сказать, там, виноводочные изделия. Тут об этом тоже говорит. Извините, голоса уже нету. Да. И с этим человеком произошел определенный застой. Застой произошел. Что случилось у вас с этим человеком, помимо застоя? Страсть, девчонки, была страсть, но и была, знаете, как тягомотина, круговорот, монотонность, цикличность, что еще, как сказать, не знаю. То есть все у вас основывалось на том, что были чувства, эмоции, да, была страсть, был интим, были хорошие встречи, была какая-то надежда, но все это было циклично. Тут можно и предположить, что цикличны были встречи, да, либо это вот так вот, сегодня есть, завтра нет. Это было циклично, девочки. Также было доверие к этому человеку у вас, и дни у вас были с ним тоже хорошие. Не сказать, что все было плохо, девочки, не сказать, что, знаете, было одно отчаяние. Все-таки дни были прекрасные, было доверие, было тепло, была любовь, да, бегали голышом. Перед вами, можно сказать, были открыты все дороги, да, по солнышку все было классно. И круто. Но опять же тут говорится, девочки, что этот человек, он все-таки более эгоистичный. А вообще хочу сказать, что у каждого, да, из этой пары были свои планы, были свои намерения, были свои мечты, эгоистичные в отношении друг друга. Так что же произошло? Включился, девочки, король мечей, который просто сказал, что он ничего толком-то и не обещал, и обещать он не мог. Да, случилось то, что произошла какая-то бесчувственность. Человек показал себя сначала
очень ярким. Ну, в принципе, он ярким тут и остался. Но, девочки, человек действовал не из побуждения сильной любви, а из побуждения просто, так сказать, интереса к вам как к женщине, да? Вы его покорили, видимо, своей женственностью, красотой. Но чувств человек не выказывает и не высказывает. А может быть, здесь еще и не было. Давайте посмотрим, были ли чувства у человека. Больше девочки по жезлам был раньше. По жезлам. Маячил так, что ух. Человек в вашу сторону смотрел и шел. Смотрел и шел. Вы его все-таки привлекали, да, своей вот этой вот энергией, своей женственностью, да, своим очарованием. Он был очарован. Любви не вижу, но очарован был. Давайте посмотрим, а любит ли сейчас. Мне показано, что вы на расстоянии. Движение произошло у вас вперед, у каждого свое. Любит ли сейчас? Могу сказать, что он сам не знает, любит ли сейчас. Он еще или уже, или вообще не определился. Могут быть такие чувства, знаете, все и сразу. Отношения перетрансформировались, да, человек идет дальше. Продолжение у него жизни. Он ни о чем не думает. И о любви тоже не думает. Сейчас он думает о какой-то звездности, о своем движении, о своем продвижении вперед. То, что вы на стороне, видит вас, скорее всего, еще по этой карте издалека, сверху, сбоку, не знаю, с другой стороны, с рядом ближайшего балкона. Где-то он вас видит, понимаете, восхищается вами. То, что восхищение есть, девочки, да, оно есть. Любви не вижу. Давайте еще посмотрим, любит ли. И, девочки, скорее всего, любви нет. Здесь, скорее всего, просто желание. Любви нет. Человек всегда приходил, вообще с вами вел с позиции своих желаний, своих хотелок. Вот что дьявол, что король жезлов, все-таки люди, которые, знаете, тип такой людей, которые не вспыхивают, они заинтересовываются быстро, влюбляются быстро, даже вот так сказать, загораются чем-то быстро, понимаете? Ну, опять же, интерес их, да, долог, как долог этот интерес, да, ну, только от них зависит, да, как вот он быстро потеряет, либо нет. Здесь видно, что была перетрансформация у человека, да, он все-таки из этих отношений человек пошел, вы тоже ушли, вы тоже стали более, как сказать-то, умнее, более начитаннее, более продвинутее, да. То опять же может говорить, девчонки, что связь была тайной, да, вы были тайной женщиной, что могло вас тоже и не устраивать в этом. Любви, девочки, вот прям любви я не вижу. Интерес, скорее всего, был по сексу. Человек сейчас может за вами подглядывать, подсматривать. Ну, потому как человеку интересно, что у вас в жизни, да, происходит. Ему интересно, что же у вас там. Честно говоря, человек хотел бы, чтобы в вашей жизни, не было все хорошо, да. Он бы прямо хотел, чтобы увидеть ваш крах, увидеть, как и вам плохо. Вот не знаю почему, но человек это хочет видеть. А почему? Девочки, да, потому что у него с вами больше ничего нет. Потому что вы не с ним. Человек видит, что вы работаете, и видит, что у вас все хорошо. А он не хочет это видеть. Он хочет видеть, да, что у вас ничего нет. Что вам тяжело. Что у вас нет ни энергии, ни какого-то дела своего. Да, что вы там чуть ли не умираете. Что у вас все плохо. Что вам тяжело по жизни. Вот что он хочет видеть. Почему? Ну, потому что разбитое сердце, потому что ушли, скорее всего, вы. Разбитое сердце. Выбор сделали здесь вы.
вы из этих отношений вышли осознанно, потому как вас все не устраивало. Скорее всего, были нанесены какие-то обиды, раны сердечные. Да? Человек, может быть, предавал, треугольники здесь, все что угодно. Девочки, могу сказать, что нет, любви не было. Было притяжение по дьяволу, созависимые отношения были. Не по любви, по страсти, по сексу. Да, тут и говорит, что еще человек попался вам такой порочный, алкоголь, женщины, да, страсти бушуют в нем. Любви не было. Вот, поэтому вопрос даже и не актуален. Страсть, да, но человек двинулся дальше, раз здесь ничего нет.